Мужчина, по имени Дэвид, получил в наследство от своей покойной бабушки старый ветхий дом. Уже собиравшись продать его, он решил провести детальное изучение помещения. Когда Дэвид приступил к осмотру, его взгляд попал на шкаф, стоящий в углу кухни. Внутри шкафа он обнаружил большое количество семейных фотографий, которые убирала на хранение его бабушка. Пыльный и забытый шкаф стал свидетельством прожитой жизни, наполненной любовью, счастьем и печалью. Изображения на фотографиях рассказывали истории семейных традиций, радостных моментов и грустных потерь. Дэвид не мог сдержать слезы, охваченные волной эмоций. Он начал аккуратно изучать каждую фотографию, пытаясь узнать всех людей на них. Вдоль генеалогического дерева таким образом Дэвид смог отследить всю свою родословную. Он увидел свою бабушку в молодости, ее родителей, дядей и тетей, братьев и сестер. Фотографии были свидетельством богатой истории его семьи, которая простиралась на несколько поколений назад. Все это время Дэвид думал, что его бабушка не оставила ему ничего, кроме старого дома. Но теперь он понял, что она оставила ему нечто гораздо более ценное – свою историю и память. Эти фотографии были свидетельством того, что его предки тоже столкнулись с проблемами, радостями и трудностями, как и он сам. Дэвид решительно изменил свои планы. Он понял, что эти фотографии и истории должны быть переданы из поколения в поколение, чтобы его потомки могли узнать своих предков и не забыть свои корни. Он восстановил все фотографии, аккуратно очистив их от пыли и времени. Затем он собрал их в красивый альбом и начал документировать истории, связанные с каждой фотографией. Дэвид рассказывал своим детям и внукам о прошлом семьи, о тех, кто сформировал их сегодняшнюю жизнь. Он делился с ними воспоминаниями о своей бабушке и о том, как она любила свою семью. Мужчина понимал, что эта память должна быть передана дальше, чтобы его потомки знали и ценили свои корни. Годы прошли, и Дэвид уже не был молодым мужчиной. Но он продолжал сохранять и передавать свою семейную историю. Его потомки слушали его рассказы с уважением и интересом, погружаясь в прошлое, которое сделало их семью такой, какая она есть сегодня. Старый дом, который Дэвид получил в наследство, превратился в место, где хранилась не только история, но и любовь, благодарность и связь со своими корнями. Этот дом стал символом семейной памяти, которая продолжала жить в сердцах его потомков. Каждое поколение передавало эту память следующему, сохраняя историю и фотографии, добавляя к ним свои собственные истории и воспоминания. Дом стал своего рода святыней, где каждая фотография, каждая история жила и продолжала вдохновлять будущие поколения. Так через годы и десятилетия мужчина получил в наследство не только старый дом, но и бесценное наследие своей семьи. Он понял, что эта память и история – это то, что делает его семью цельной, связанной и сильной. И он обещал себе, что будет передавать это наследие из поколения в поколение, чтобы его семейная история жила вечно. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.